Вишкаемскую районную больницу завезли новое медицинское оборудование. Это дистанционный аппарат ЭКГ. Благодаря этому неприметному чемоданчику фельдшеры скорой помощи теперь могут проконсультироваться с областными врачами даже из самой дальней деревни. С помощью этого аппарата врач делает ЭКГ, результаты моментально отправляются в базу данных, и в считанные минуты специалист получает диагноз. Выезжаем мы по всему району на скорой помощи. Самый отдаленный пункт у нас 42 километра. И поэтому нам передать, посмотреть, если проконсультироваться еще с дежурным врачом, чтобы у нас нет такой возможности с теми аппаратами. А этот аппарат именно дает нам такую возможность, что мы можем проконсультироваться с областными специалистами. Получили вишкаемские врачи новый автомобиль скорой помощи, полностью укомплектованный. В больнице лечится 17 500 человек. Автопарк уже постарел, и замена была просто необходима, рассказал главный врач. За последние несколько лет нового оборудования поступило более чем на 11 миллионов рублей. Новое оборудование позволяет нам оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне. То есть то, что раньше мы направляли пациентов в областную больницу или в какую-то другую, там, в платной клинике, большую часть мы можем сейчас сделать здесь у нас, в Вишкаеме. Всего в Ульяновской области учреждениям здравоохранения в этом году передали 21 автомобиль скорой помощи и 27 портативных аппаратов ЭКГ.